Всем доброго здравия! Сегодня мне нужно приготовить первое блюдо щи. Давно не готовили, будем готовить. Хорошо промою говяжьи ребрышки. Заливаю холодной водой. И ставлю кастрюльку на огонь, на сильный огонь сначала. Вода нагревается, образуется пеночка, которую мы снимаем. Обязательно не ждем, пока закипит, а вот до кипячения уже пеночка образуется. Всю ее снимаем, посолим. По мере появления пеночки постоянно ее убираем. Убавляем огонь, чтобы кастрюлька медленно кипел наш бульончик, чтобы бульон был прозрачный. Вот я подготовила овощи для щей. Морковь, лук, помидорчики, масло, капусту, зелень. А про картошку забыла. Пришлось сына вызвать. Вот он принес картошечку и заодно будет варить щи. Нарезает морковь. Режет лук. И начинает обжаривать. Готовит заправку для щей. Моркови добавляет лук. Нарезает помидоры. Лучок уже поменял цвет с морковочкой. Сейчас почистит картошку. Порежет ее. В заправку добавляет помидоры. Немного солит заправочку и добавляет перчики черный, красный. Thank you.
подготавливает зелень. Укроп и петрушечка здесь мелко порежет, чтобы уже было подготовлено. И нарезает капусту. Заправочка приготовилась. Подготовка проведена, все порезано, ждем мяса. Вот оно уже и готово. Мясо сын достает. И начинает заправлять бульон. Сначала картошку заправляет. И когда она немного проварилась, заправку и капусту. А также зелень. Добавляет немного кипятка. Добавляет соли немного. Осталось разделать и добавить мясо. Добавляет мясо в кастрюльку. Капуста уже проварилась. Несколько минуточек. И щи готовы. Накрываем на стол, разливаем тарелочки щи. На второй у нас сегодня рис с мясом. Муж вчера готовил. Приятного всем аппетита! Будьте здоровы!